Достойнейший поступок является примером не только для вас, детишки, но, я думаю, для нас, взрослых. За достойнейший поступок почетная награда в День защиты детей пятиклассница Ивантеевской первой школы Дарья Шабашова получает медаль за спасение погибающих на водах от Главного управления МЧС по Московской области. Я не удивлен ее поступком, когда она спасла девочку. Она по-другому не могла поступить. Поэтому очень приятно, что у нас есть такие дети, и с них обязательно всем нам надо брать пример. Зимой Дарья с подругой каталась на ледяной горке около Учи, и одноклассница провалилась в реку. Даша поползла к ней по льду, вытащила девочку из воды и сделала выводы. По крайней мере, зимой и в таких опасных временах года лучше не соваться на такие ситуации, как такие места, как речки, еще не застывшие толком. Защищать детей от опасности, от равнодушия и непонимания. Такой широкомасштабный праздник в День защиты детей в Ивантеевке в городском парке устраивают впервые. Счастье для ребенка – это семья. Это любящая мама и любящий папа. Поэтому давайте в этот день будем более внимательны, поучимся слушать и научимся слышать. Будем уважать детей. И тогда наши дети, конечно же, ответят взаимностью. Капельки росы, и родится новый день. Пока творческие коллективы изумляют выступлениями, в аллее раздают бесплатно 500 порций мороженого. Любители лего конструируют чудо-машины. Каждый находит дело по душе. А еще только 1 июня и только в парке можно сделать то, что обычно нельзя. Залезть на пожарную вышку и примерить настоящую форму огнеборца. Шлем тяжелый, а куртка нет. День защиты детей отмечают во всем мире уже 70 лет, чтобы обратить внимание взрослых на проблемы детства. Нужно беречь своих детей, правильно воспитывать, как нас мамы, бабушки воспитывали. Конечно, самое главное, чтобы у наших детей было будущее и мирное небо над головой, конечно же. Мы должны их защищать от плохих эмоций, от плохого настроя на жизнь, вот, чтобы они у нас всегда были позитивными. Вот, я думаю, это первая задача родителей. Завершается День защиты детей парадом, конкурс колясок, красочный фестиваль. Результат родительского труда в деле тюбинга средств передвижения для малышей. 20 участников, которые вмиг отправляют зрителей из городского парка в Париж, а велосипеды превращают в оранжевое солнце. В итоге без награды не остался ни один участник.